Обильные снегопады, пришедшие в Нижегородскую область, привели к серьезным затруднениям на транспортных магистралях. Так, только за первый день непогоды, по данным областного ГУ МВД, было зарегистрировано 139 ДТП, 23 из них с пострадавшими. Чтобы минимизировать заторы на дорогах, автоинспекторы приходят на помощь автомобилистам. Особое внимание к большегрузам, не справляющимся с подъемом фурам, помогают сотрудники ГИБДД, которые используют спецтехнику, тем самым предотвращая ДТП, заторы и обеспечивая беспрерывность перебойность движения на сложном участке. Так, традиционные проблемные места спусков и подъемов, где требуется особый контроль, на таких участках дополнительно вставляются экипажи ДПС. Я, как водитель большегруза, хочу выразить благодарность всем сотрудникам ГИБДД, которые в сложных погодных условиях приходят к нам на помощь. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов быть предельно внимательными в условиях ухудшения погодных условий. Так, на многих участках образуются снежные отвалы, потенциально опасные в районе пешеходных переходов. Сугробы мешают обзоры приближающегося к пешеходному переходу водителя, а это серьезно повышает риск ДТП. Юрий Чухин, «Время новостей».